Здорово, народ! У микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и мы тут вновь играем в Женеву. Так, давайте возьмем доктора Тракса. В чем прикол? Я никогда не играл за Гла, и я сейчас играю вместе с ботом, да, который тоже тут вот этим является, как он там называется, правильно. Который тоже за Глашку играет. И в чем суть? Я никогда не играл за Гла, поэтому я решил поиграть с ботом против других ботов. И боты у нас средненькие все стоят. Так, давайте их трейдинг возьмем. Так, хорошо. В чем прикол еще? Никто не хочет со мной почему-то играть в Женеву. Странно очень на самом деле. И поэтому приходится мне с ботами только играть. А ведь я постоянно в каждом видео напоминаю, ребят, у нас есть дискордик, заходите туда, вместе поиграем в Generals Evolution. Но что-то все как-то дело это игнорируют, и никто не хочет со мной играть. Хз, почему? Кстати, играю сейчас опять же со средним ботом у союзника и против средних ботов. Почему? Потому что я никогда за глашников не играл здесь, в Женеве. Да и плюс ко всему прочему, как-то не мое это, что ли, играть за гла. Не знаю, как-то в оригинальных генералов я тоже особо как-то не любил играть за Гла. Ну, не знаю почему. Вот как-то не любил и не любил. Никогда за них особо не играл. Поэтому даже не знаю, что сказать. А, попробуем. Так, это у нас есть туннели. Давайте туннели тут поставим. Пусть будут. Да ты, может, в домик зайдешь, нет? Ребята, все в здании. Капец, вот это месиво тут происходит уже. Давай, засаживаемся в здание. А союзник там не хочет мне помочь? О, машинки поперли, отлично. А то я как-то за Гласова не играл, как я сказал, да? Для меня это чуть ли не самая первая игра за Гла. Вообще здесь, в Generals Evolution. Так, нам тут вроде пару ребят дают сюда, да. Давай, туда запихаем. Надеюсь, они выживут. Так, хорошо. Здесь у нас машинки. Два у нас экспанда есть. Еще надо наверх сделать экспанд. Давай сделаем supply track. Дальше мы можем делать что еще? Стингеры. Здесь, кстати, классно. Здесь я вижу, разработчик переделал, по сути, Империю Восходящего Солнца. Которые были в этом. Ну, вы поняли. Короче говоря, они тут переделали разработчики под гла этих ребят, японцев. Это клево. Так, что у них есть? Давайте, техники, да, техничка. И, кстати, да, для игры повыходило еще несколько апдейтов, и вышла, наконец-таки, русская версия игры, как видите. Она не то чтобы хорошая, но спасибо Хаубибану, что вообще ее сделал. Так, машины-смертники. О, четверенка, это классная штука. Скорпионы, не знаю, давайте пару штучек тоже заделаем. О, да. Вот это ради чего, я люблю глашников. Так, ребята, давай заходим в здание. Давай, 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 токсины. Какая прелесть. Токсины я люблю, токсины классная тема. Так, сейчас наделаем немножечко войск. Будем пытаться пушить. Ёб твою налево. А, это вы сбили, да? Так, что у союзника? Вроде все нормально, машинки. Там, думаю, разберемся. Хочется побольше посмотреть. Так, энергия. Энергия как у них? Производство энергии, потребление энергии 0. Генерирует электричество для баз Галу. А для чего нужны нам, собственно... Так, технология. Для чего нам нужна электроэнергия? Я помню, у этих ребят особо электроэнергия так сильно не нужна. Как я правильно помню, да, опять же? Так, и тут сидит. А вы заходите в здание, мы тут посидим, попердим. Кстати, карта крутая. Если вы эту карту узнали, то, не знаю, поставьте там комментарий какой-то, лайк. Отметьтесь, ребят. Потому что это самая знаменитая карта, наверное, для генералов. Инженер. Работяга. Стоит командный центр, ремонтирует здание. О, прикольно. Это, наверное, самая популярная и самая известная карта. Ну, по крайней мере, я так думаю. Так, а, кстати, радар. Давай сделаем радар. Я хочу видеть, что происходит в округе. Так, тут у нас есть, кстати, две такие штуки классные, полезные. Надо бы их забрать. Совсем забыл эту карту. А какая музыка кайфовая играет. Прелесть. О, радар выехал. Класс. Так, машинка с радаром. Давай тут тусуйся пока. Так, не понял. А, кстати, кто против нас воюет? Ну, понятное дело, что США, я специально поставил против нас США, потому что, не знаю, мне кажется, как-то, что ли... Так, а, это работяги, стоп, не тех я построил. Мне кажется, как-то, знаете, типа, символично, что против нас играть будут, как раз-таки, ну, США. А мы за Гла, типа, знаете, такие, террористы вроде как против, борцов за демократию. Ну, не знаю, как-то, как мне кажется, символично довольно.
И прикольно выглядит. Так, вы тут если еще хильте, наше здание. Вроде же это умеете делать. Скорпион, ready. Так, хорошо, машинка есть. Что еще можем делать? Так, о, токсиновые патроны. Заня получает больше дополнительной брони. Хорошо. Ага, кидайте эту срань мне, да? Что еще можем сделать? Плюс 25 бонуса всем химическим силам. Круто. Так, союзник пошел там уже пушить. На самом деле, я думал, надо будет взять сейчас, наверное, если мы первый раз быстренько победим, надо будет взять вторую каточку, где со сложным ботом поиграем. Не, ну кайфово, кайфово идет. Так, сканирование. О, давай просканируем. Я просто первый раз играю за глав, мне вообще интересно. Фугасная бомба в бомбовоз. Биохимическую бомбу. А, тоже бомбовозы есть, да-да-да, есть такая тема. Вот они, бомб-траки. Ва. Всегда, знаете что, русский язык вроде добавили разрабы и добавили именно как субтитры. Всегда было бы круто, если бы добавили именно это, озвучку вот эту вот рофильную от Siberian Studio. Давайте строить вот эту вот озвучку рофильную. Кэш баунти. Да, давай. Награду заднем, типа. Это все нам дают деньги, если умирает. Опа, десантура залетела. Так, ну союзник там, вижу, уже базу врага пронес. Мощно, кстати, играет бот. Прям реально мощно, молодец, ничего не скажешь. Это я тут туплю. Так, бомбовоз. Биохимическая бомба, давай. Поехали взрывать все. Давайте, парни, покажем им, как мы умеем взрывать. Да. Бомбовозик! Вот это бомбануло. Знатно бомбануло, конечно. Да, сейчас еще поиграем тогда против сложного бота. А то знаете, как-то видео за 5 минут заканчивается слишком быстро. Ну хорошо, я более-менее вспомнил, как работают глашники. Поэтому сейчас доиграем и поставим сложного бота. Причем, кстати, тут можно как в третьей CNC-хе, в третьем Red Alert'е давать им, типа, ну, указания ботам. Эксплозив и, типа, химическая бомба. А можем ли мы построить супероружку, кстати? Да, можем. А вот как раз таки для них и нужна электроэнергия, да, для скат-шторма. Хорошо, что еще требует электроэнергию? Дворец нам дает улучшение. Black Market это плюс деньги. Понятно. Это просто бабосики. I will work. О, какая музяка играет, ребят. Вы даже себе не представляете, какая у меня ностальгия сейчас. Такие флешбеки. Скан, кстати, сколько стоит? Бесплатно? Круто. Класс. Чисто флешбеки сейчас с этой музыки и так далее. А ну-ка. О, да. Хорош. А что у вас осталось? Подожди. А, все, победа. Ну что, давайте тогда попробуем поставить сложных ботов и поиграем против сложных, а то как-то средненькие легко. Так, ну что, поехали, ребят. Давайте возьмем того же токсичного генерала. Будем токсиком заливать всех. Теперь играем на сложной сложности. Ну, на высокой, давайте так скажем. Так, мародеры. Кстати, танки мародер... Не, подожди, мародер. Катюша из Скат-Штормы. О, давайте Катюшу сделаем из Скат-Шторма. Бараки. Давай Катюшу из Скат-Шторм. Посмотрим, как Катюха работает. Мне аж интересно. Так, казармы, supply stash, поехали. Союзник, видимо, тоже будет сейчас играть немножко лучше, потому что я и союзного бота сделал высокого, и противников тоже. Посмотрим, по крайней мере, как это работает. Сложности все эти, блин, ветряки. Капец, у глашника ветряки. Не, прикольно, прикольно. Выглядит вообще очень классно. На самом деле, я дико кайфую с этого мода, он реально клево выглядит. Давай так вот немножко парней сюда, потом сделаем два инженера, захватим. Сейчас, думаю, бот будет более интересно играть. Давай, в здание сразу. Ага. А вот и враги уже. Так, ну тогда посидим, попердим тут. Нафига нам выбивать? Так, торговец оружием. Вот так вот. А я могу сделать по-хитрому, я могу сюда зайти. Чем мне тупить? Заходим. Так, делаем эту штуковину. Сейчас инженеры выходят. Инженер, давай туда, поехали. Давай, ребелов. Ребел скам. Как у нас известно. Так, сеть туннелей, поехали. Армдилер есть, давай парочку машинок. Хотя нафиг они нужны, давай токсины. Токсиновые тракторы, господи, самое прекрасное, что может быть лучше, чем... Тракторы токсиновые. Давай зайдем туда. Здесь, кстати, пехота такая мощная на самом деле, в каком-то плане.
Так, союзник чек тут немножечко делает свои грязные дела. Пошли повыжигаем их оттуда. Наверное, они как огнеметы работать будут. Наверное, можно их классно выкуривать врага оттуда. Так, центр мы вроде как взяли, поехали сюда. Сейчас возьмем здесь инженера, забираем центровое место. Забираем себе нефтяную качалочку. Так, и давай, наверное, стингер здесь заделаем. Плюс и еще саплая. Вообще кайф. Так, радарчик тоже пригодится. Так, ага, это стингеры. Давай сюда. Ты должен сюда идти. Хорошо. Так, два у нас здания захвачено. Хорошо. Все, поехали, ребеллы. Вы, ребята, ты давай сюда едь. Затем тракторы еще немножечко можно задеть. Опа, армадила приехали. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, нафига я сделал техника, не понял. Ты куда это едешь, а? Броненосец, мать твою, за ногу. А ну иди сюда. Сейчас мы тебя поймаем тут. За самое мягкое место. Так, ракеты давай для скорпионов. Сделаем несколько скорпиончиков еще. Так, 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 так. Для Катюш нам что надо? Скат-лаунчер. Дворец нужен. Эх, дворец. Давай палас заделаем. Какие проблемы? А, я сделал тебя специально для захвата. Все, вспомнил. Так, я не понял, это что такое тут происходит? Вы тут не слишком ли обалдели? Так, союзник, будет нападать немножечко? Давай, давай, помогай, саппорти. Заруба тут идет прям знатная. Во, надо было сразу на высокосложности играть. Надо было сразу веселье запускать. Так, сюда заходим, ребят, сидим, пердим. У вас там двое всего, да? Что-то маловато. А-а-а, суки, завалили инженера. Так, ракетчики. Окей. Так, стингера давай тут заделаем. И дворец сделаем сразу. Давай здесь. Так, скан. Сканируем, смотрим, что у врага. Ну, в принципе, все по классике. Ну, союзник прям вообще молодец. Как же он бахает, прям мое почтение. А-ля-ля-ля. Какая же музыка кайфовая, вы даже не представляете. Она такая, ну реально, ближневосточным колоритом пропитана, но классная. Так, броненосец, а ты куда едешь? Это наша точка, ну-ка же отсюда. Все, вот так и надо. Это еще такой охранный дрон. Прикольно выглядит. Но странно. Очень странно выглядит. Так, давай побольше юнитов сюда. Больше войск, больше успеха. Пока что посидим немножко в оборонке. У нас тут есть чем пообороняться. Так, дворец сейчас построится, будут грейды у нас, отлично. С грейдами будет веселее уже играть. Так, ребят, заходим. Так, можно бомбовозики делать, о да! Бэтлбасы, 8 чуваков перевозит. Так, скат. О, кстати, ракетные баги, они реально классные вроде как. Давайте 6 скатов заделаем, будем сейчас валить их. Союзнику там вроде нормально, он... Терпит, конечно, урон. Вроде ему норм. А, блин. Делают свои неприятные штуковины. Так, что делаем? Кэш-баунти, давай, больше денежек. Плюс бабло. Это всегда приятно. О, да, вот это большая штуковина. Эльбрус. Отлично, подъезжаем потихонечку. Потихонечку подъезжаем. Потом заделаем, наверное, тракторы всякие вот эти штуковины. Так, давайте, может быть, заделаем тогда еще здесь себе армдилера. Да, на высокой сложности веселее, они хотя бы огрызаются. Прям классно. А то на средненькой как-то легко было. Так, тихо, аккуратненько. Давай мы тебе вот военный завод посносим. По крайней мере, попробуем. Prepare to fight. Давай, 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 огонь, 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 вперед. И уезжай. Выстрелил и вали. О, да! Какая большая хреновина. Огонь! И уезжай. И уезжай. Да все, 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 уезжайте. Вы что делаете? Сейчас своих же поубиваем, дураки. Господи, какой же кайф. Вы просто себе не представляете, как же кайфово вот этот за этим наблюдать за хаосом. Да тихо, 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 уничтожайте своих только, пожалуйста. Так. Торгует с оружием. Давай, затем еще одного. Кайфово. Заруба идет прям знатная. Так, все, скат-лаунчеры заделаны. 4 штуки. Надо сейчас наделать немножко юнитов и проходить вперед.
И плюс надо бы, наверное, делать потихонечку супероружку. Давай сделаем еще виндмил. У нас вроде денюжка есть, можем позволить себе. О, мощно. Так, во второй пачке мы, наверное, будем делать тракторы, скорпионы, с четвереночки, ракетные баги. Вот по такой схеме пойдем. Так, тут у нас танки и эти штуки, да? Все. Сейчас будут минус бабки, конечно, у нас, но оно того стоит. Сброс боеприпасов. Это тоже классная штука. Давай Black Market заделаем. Так. Давай делать черные маркеты. Они нам очень пригодятся. А вот и минус бабки. То, как я и говорил. Что я требовалось доказать? Минус деньги. We need more funds, General. Понятное дело. Но надо как-то к базе противника подъехать. Хотя вот союзник неплохо так пушит, да? Вообще как классно. А, у него лазерные эти, паладины во врагах. Да, неприятная ситуация. Сейчас черные рынки будут работать. Давай еще один попробуем заделать. Так, кстати, нам надо как-то плюс деньги делать. Давай делать деньги. Делаем бабки. У них авиация неприятная. Но у нас ракеты. О, да. Ракеты — это самое веселое. Сейчас деньги приедут. Окей, давай еще сюда черный рыночек заделаем. Так, улучшение. Кэшбаунти, репер, техтренинг. Вся техника создается ветеранами. Да, давай. Ну, не вся, не врите. Это, наверное, вроде техники будут создаваться. Look at my beautiful weapon. Опа, у них там уже эта молекулярка создана. Надо ее валить. Надо ее валить. Молекулярочка, да. Сейчас заедем. Все, поехали. Ну что, ребята, готовьте свои булочки. Давай сделаем еще ракетчиков немножко. Тоже лишними не будут. Заезжаем, как себе домой, парни. Так, ваша задача — сносить им военные заводы. Понеслась. О-хо-хо. Ребята, заезжаем, заезжаем, как себе домой, как я сказал, заезжаем. Да, работают как огнеметы. Смотри, какая же прелесть. Мамма мия, что происходит? Охренеть, заезжаем, заезжаем, как себе домой, ребята, как я сказал. Саплаем, сносим. Они тут чисто одни ракетные установки наделали, офигеть. Ну ничего, мы их сейчас несем. Главное, союзник, чтобы еще со своим ботом справился. Мы-то тут справимся, не проблема. У нас тут проблем больших нет. Мы-то справимся, у нас есть мощные пушки. Отъезжаем. Так, 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 так. Есть. Я еще хочу с катштурмом бабахнуть. Вот будет круто. Это кто тут у нас зону сбора боеприпасов скидывает? Я не понял. Капец, вы что, вообще наглые так много делать всего? Ну, а денег забирать со всего этого дела. Так, давай молекулярку. Ох, ё-моё, по своим бабахнуло. Больно. Сносите молекулярочку. Давай быстрее молекулярку сноси. И сюда бабахнем. О, да. Заезжаем. Какой же кайф. Так. Давай, 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 в темпе. Делаем всех как можно больше. Надо еще, наверное, черный рыночек заделать один. Лишним точно не будет. Валите молекулярку, быстрее. Так, три Эльбруса осталось. Но ничего. Они уже прокачаны, сейчас как бабахнут. Сейчас будет больно, парни. Так, минус молекулярка, теперь казармы сносим. Блин, еще и патриотов делают. О, да. Так, добиваем, теперь патриоты. Хорошо. Так, союзник сейчас уже не такой уж и жесткий, как казалось. По первому взгляду. Тут уже я больше пушу. Так, поехали. Ой, господи, что произошло? Пожалуйста, не убивай мне глаза.
Плюс деньги. Вот это, конечно, надо поправить, господин разработчик. Да? Сгор, Ганшип Марк, Халбибан. Ребята, это надо поправить. Это надо срочно править. Я не знаю, кто, но, может быть, вы мои видосики смотрите там. Я не знаю. Я все C-Series, конечно, свое видео закину, но не уверен, смотрите ли вы мои видео или нет. Если смотрите, то поправьте, пожалуйста, ребят. Ну, блин, вот эти фиолетовые хреновины прям больно на это смотреть. Так, давай мы авиацию снесем. Чего они себе позволяют? Так, хорошо. Союзник там нормально себя чувствует? Ну так, тяжко ему, конечно. О, давай плюс деньги заделаем. Плюс бабки, спасибо. Это мы любим, это мы уважаем и чтим, да. Так, поехали наверх. Нам надо им аэропорт снести. A warrior has fallen. Не верю. Наши воины вечные. Вот тут просто по КД, блин, войска создаются. Круто. Так, черный рыночек есть? Да, давай строить его. Он вроде как давно уже выехал, но тем не менее. Так, что с ним, мы тут все? Заезжаем. О-хо-хо-хо! Это больно. Так, 20 секунд, скажешь шторма. Ох, как я сюда бабахну. Главное, чтобы разработчики поправили проблему, которая есть. А-а-а, нет! Суки! Главное, чтобы разработчики поправили небольшую проблему, связанную с кэш-штормом, потому что вроде как в какой-то версии, вроде как в моей версии, есть небольшая проблема, что типа игра вылетает, когда ты делаешь с кэш-шторм. Но я, наверное, бабахну его под конец. Сейчас не буду делать его. Но вдруг у меня эта проблема тоже есть. Поэтому пока не буду бабахать. Бабахну под самый конец. Сейчас посташуем тут все. Блин, кайфово, конечно, генералы на движке третьего Red Alert'а. Клево. Quad Cannon. Давайте, парни, убьем их немножечко. А связи какой-то тупой, я не знаю. Либо это у них прикол такой. Типа, сеть-то... Ты что, решил метро тут сделать? Нормально вы придумали. Что у них там вообще происходит на базе? Да у них ни хрена нет на базе, вы можете запушить своими силами. Легко. Берите с меня пример. Ай-яй-яй, больно. Берете, пушите, и все, у вас отлично. Все, минус один бот. Отлично, теперь пушим эту линию. Едем сюда. Да-да-да, куда? Далеко собрался? Так, едем в центр, ребят. Так, что у нас тут еще есть? Ой, боже мой, сник атак. GPS-камблер, скрыть войска в зоне. О, прикольно, давай вот эту штуку заделаем. Типа, мы можем сюда быстренько войска переправить. Вот сюда. Типа, загружаемся и можем тут выгрузиться. Скрытая атака. Это классная тема. Давай сюда заедем, ребят. Реально, заезжаем. Ай-яй-яй! А что с союзником происходит? Я не понимаю, не может запушить? Выезжаем. О-хо-хо-хо! Какая прелесть. Все, ребят, все сюда заезжаем. У нас там скрытая атака. Классная штука. Классно, что она переехала сюда из оригинальных генералов. Так, тут лазерная турель, они довольно мощные. Надо их сносить. Так, денежки сейчас заимеем. Понеслась. Давай, союзник, помогай. Я, конечно, в Соляново тоже все сделаю, но тем не менее, помощь твоя все равно пригодится. Так, мужики, заезжаем все сюда. Не тупи, а заезжай. Так. Все, делаем юнитов по КД. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же оно больно бахает. Так, ребята, бахайте там куда-нибудь по саплаям, например. А то вы же и свои войска уничтожаете, что неприятно. Выезжаем. О-хо-хо-хо-хо. Не, за глазчиков играть кайфово, конечно. Они такие прикольные. Реально, один кайф. Просто играешь и отдыхаешь в процессе. Ой-ой-ой-ой-ой. Аж свои танки задело немного. Ну что, ребят, поехали. Скат-шторм. Надеюсь, не вылетит игра. Ну, вроде эту проблему поправили. Потому что у меня версия бета не 0.20, а 0.21. О, да! Получай, гребаный демократ!
О, да. Мощь. Какая же мощь. Токсичная. Как будто зашел в сообщество по Доте 2. Так же токсично. Кайфово, надо будет еще поиграть за глашником. Там, кстати, вышла сюжетная миссия от разработчиков этой модификации. Надо будет ее тоже как-то запустить, проверить. Да, типа, сопротивление глашникам. Ну, типа, надо с ними воевать. Прикольно, ты с экспаном придумал, кстати. Так, а что у них осталось? Точнее, где? Это не считается. Ну, что-то еще есть? А, не, все. Победа! О, да! Во имя революции! Ай-яй-яй, мои глазки нет. Ай-яй-яй-яй. Ладно, ребят, не буду вас мучить. Вы включите здесь, наверное, черный экран. Огромное спасибо всем и каждому за просмотр этого видоса. Чисто покайфовал. Возможно, вы тоже кайфанули от глашников. Они классные. Делаешь эти вот большущие ракеты. И мочишь их всех. О, да. Еще и в токсинах выжигаешь. Вообще кайфово, не знаю. Опять же, напоминаю, кто хочет со мной поиграть в этот мод, да, и вообще в какие-то различные игрушки, переходите по ссылочке в описании в наш Дискорд-сервак. Вместе, думаю, как-нибудь спишемся, сконтачимся и поиграем. Через Радмин или же через CNC онлайн сервак. Ну, а на этом все. У микрофона был Мистер Чейзер. Если вы тут впервые, то подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Лайкайте, комментируйте, дергайте за колокольчик. Не забывайте про это дело. И что еще хочу сказать? Спасибо за просмотр. Переходите по ссылкам в описании. Буду всем рад, если зайдете в Дискорд, в группу ВК или, например, на наш Twitch-канал, где мы стримим всякое разное. Напоминаю, у микрофона был Мистер Чейзер. Всем удачи. Всем пока. Еще увидимся, ребят.